Я не вижу будущего украинской государственности. Я не понимаю, во-первых, в чем состоит идея украинского государства. Потому что незалежность – это не идея. Вот она есть уже, незалежность. Дальше что? Я не понимаю, как объединить в одном государстве столь разнодумающие части, да, как Украина западная, Украина восточная, Украина центральная. А самое главное, я не понимаю, где они возьмут людей новых, которые будут это государство строить, потому что до сих пор во власти все те же самые люди, которые там были изначально, с 91 года. Поэтому я думаю, что там все будет плохо, она будет раскалываться на части, все это будет продолжаться долгие годы, и потом разделится на небольшие такие государства. Какие-то части, что-то назад, Черновцы назад в Румынию уйдут, Львов назад в Польшу. А останется какое-нибудь Запорожье, и то вряд ли украинским.